С 2014 года выпускники школ пишут единый государственный экзамен под камерами. Онлайн-наблюдение за ходом проведения экзаменов ведется в ситуационно-информационном центре. В разные годы СИЦ располагался в ДГТУ, ДГУ и ДИРО. А с 2019 года он располагается на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Основные задачи ситуационно-информационного центра – повышение эффективности системы общественного наблюдения и объективности проведения экзаменов. Именно с этой целью, начиная с этого года, Министерство образования и науки Дагестана обеспечило охват видеонаблюдением всех пунктов проведения ОГЭ. Всего в регионе видеонаблюдением охвачено более 935 аудиторий пунктов проведения ЕГЭ и более 3000 аудиторий пунктов проведения ОГЭ. Развернут региональный портал видеонаблюдения ОГЭ. Для онлайн-наблюдения за ходом ГИА задействовано более 180 студентов вузов и колледжей республики. Все они прошли очное и дистанционное обучение в Дагестанском институте развития образования и на федеральной платформе. Онлайн-наблюдателям предоставляется право осуществлять видеонаблюдение за ходом ГИА в пунктах проведения экзамена на федеральном портале smotriegae.ru и региональном портале наблюдения за ходом ОГЭ, выявлять нарушения порядка проведения ГИА.